Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей. А темой данного обзора будет люстра из коллекции Chine от производителя Mytony. Ну, определение люстра может быть слишком громкое для такой модели. Предлагаю назвать ее просто светильник, так как в коллекции есть модели, те, которые действительно являются люстрой. Цвет металла предлагается здесь такое матовое золото, есть еще матовый никель. Каркас этой части из металла, размер ее 95 мм на 630. Это рассеиватель, который прикрывает источник света. Источник света здесь, конечно же, светодиодный LED-модуль. Потребляет он 17 Вт, выдает примерно 110. Включенный он выглядит вот так. Цвет свечения теплый. В кельвинах это 3000. Но освещает он вполне неплохо. Несмотря на то, что источник света находится во внутренней части, свет рассеивается во все стороны. Могу показать вот так. То есть с этой стороны поток и с этой стороны он абсолютно одинаковый. Как основное освещение, такая модель, для того чтобы ее рассматривать таковой, она, наверное, все-таки маловато, но при этом осветить такой светильник мог бы площадь 5-6 квадратных метров. Высота максимальная 1,50 м, минимальная может быть 70 сантиметров. Крепится с помощью монтажной планки, диаметр вот этой чаши 11 сантиметров. А на этом у меня все. Кому понравилась данная коллекция, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока.